Добрый день. Я не была 5 дней. Сегодня пришла, шкурила стены шкурочкой R40. Одевала полумаску 3М с фильтрами. Брала шкурку R40, одевала на брусок 160 на 80. Вот три шкурки с одного листа А4. Вот одевала на такой брусочек 160 на 80. Перчатки. Вот. И сейчас вам покажу, как все это происходило. Вот в круговую шкурила, поскольку у меня тут грубая стена, можно и в круговую чистить. Зачищала поверхность шкуркой, потом грунтовала ее грунтовкой глубокого проникновения. Сегодня в конце ролика я вам покажу, как я буду грунтовать белой грунтовкой укрывающей. Вчера приходил плотник с инструментом, с верстаком и вставил все двери в трехкомнатной квартире. Сделал доборы и наличник. Вот с этой стороны двойной наличник. Я все обернула скотчем фолзом желтым, влагостойким, который не оставляет следов. И затянула дверь целлофаном. Вот это с левой стороны подходит добор. К стене. Там щель. Я ее заполняю герметиком белым акриловым Саудал. Он быстро сохнущий. И у него хорошее. Я вот потолще отрезала, чтобы потолще шла, отверстие было для этой вот трубочки. И вот сейчас заполняю. Заполняю эту щель. Отстреливаю сейчас пистолет, чтобы не подавал он этот раствор герметика. Теперь беру палец свой, мыльная вода с губкой в лотке. И, видите, размазываю вот в эту щель пальцем. Заполняю герметиком эту щель. И так по всему контуру этого добора. Примыкание к стене. Вот тут с левой стороны, а сейчас справа вам показываю. Также подаю шнек, герметик, но у меня белый мыльный палец, разравниваю раствор. Когда он встанет через 10 минут, если там будет его недостаточно, он до сантиметра закрывает за один раз, то тогда второй раз выдавлю и второй раз наложу, где не хватает. Так, сейчас, ребят, вот дальше идем вниз. Опять его выжимаю, выдавливаю. Вот, отстреливаю, чтобы он не подавал. Вот. Мачу палец в мыльной воде и излишки снимаю. Вот так. Вот, бывают силиконизированные герметики, они в тон дерева, уже готовые. Но мне это не важно, потому что обои будут светлые. Вот. И я покрашу сейчас белым грунтом. Вот сейчас я крашу. И будет все хорошо. Так, навела белый грунт. Тут у меня был грунт ВГТ, поскольку я не знала, какие обои будут. Поэтому стены я выравнивала уже, чтобы цвет стен был посветлее, побелее. Значит, в углу я отвела валиком 10 сантиметров. Ну, дальше уже вот 25 сантиметров. Вот. Сохнет час этот грунт ВГТ. Вот. Ну, я, видите, вечером делаю. С утра уже можно прийти его и клеить обои. Вот, раскатываю его. Вот, стены у меня были предварительно уже прогрунтованы обычной грунтовкой глубокого проникновения. А вот сверху я уже покрываю вот этим грунтом ВГТ. Ну, вот в последнее время я использую уже грунт Пуфос. Но они одинаковые. Это укрывающий грунт. Всего доброго, ребята. До встречи.